Всем снова привет, и с вами, как всегда, Дезертир. Я надеюсь, вам понравится все, что здесь вы увидите, и мы продолжаем. У нас здесь есть одна звездочка, 4, точнее даже целых 5 деталей, 3 из которых сложные. Я не знаю, что меня ждет, но давайте попробуем. Где-то здесь есть компьютер. Первый файл, Athena 9. Она изучала символы на обломке, который нашла в погребенном городе. Снова слова. Каким может быть ее значение оказалось в этом лабиринте, их разбросала какая-то невидимая рука с неясной целью. Скорее, сова была сигилом автора этих слов, которые так... Туманные воспоминания, как будто и с прошлой жизни, снова была символом... И богиня... Под луной, или, возможно, на городских стенах, когда поднялся ветер. Но сейчас больше не было времени для созерцания, так как механикалы увидели ее и протягивали свои механические руки к обломку и побежала, когда их лучи сошлись на... Окей. Грядет сингулярность. Комментарий 104. Знаете, чем больше я думал об этом, тем больше убеждаюсь, что никогда никто не особо не задумывался о том, что мир захватит ИИ или что-нибудь подобное. Называйте как хотите. О чем все на самом деле беспокоились, так это, что кто-нибудь раз и навсегда сможет доказать, что сознание порождает материя. И я как бы понимаю, почему людям это кажется таким страшным. Если мы сможем создать разумное существо, то откуда же тогда берется душа? Без этой тайны кем мы увидим себя, или если не машинами? И если мы на самом деле машины, как мы можем быть уверены в том, что смерть это не конец? Что и впрямь пугает людей, так это не искусственный интеллект в компьютере, а естественный интеллект, который они видят в зеркале. Показать следующий комментарий нельзя. Надея Сарабхай, Ама. Как один из основателей современной науки, наиматики, кстати, спасибо вам уже за то, что придумали этот термин, каким вы видите состояние сегодняшней науки? Простите за тавтологию. Надия. Смешано, с одной стороны, существование и пара других схожих организаций вселяет надежду, с другой, наука часто служит чисто военным или корпоративным интересам, что, на мой взгляд, мешает нам заниматься исследованием во многих других, не менее важных областях. В каком-то смысле, такие люди, как Александра Дренаи, являются настоящими пионерами сегодняшнего дня, у которых есть энтузиазм и искренняя преданность своему делу, чего в целом так недостает всей системе. Как вы думаете, технологии представляют опасность для человечества? Надя. Нет, технологии это всего лишь инструмент, а что делать с ее помощью зависит только от нас. Проект Extended Lifespan, удлиненная жизнь, безумие или реальность? Надя. И то, и другое. Аркадий Чернышевский. Безумие или реальность? Надя. И то, и другое. Аркадий, это ты? Кому? Алан Джеймсон. Ответ. Разработка сцена. На данный момент большинство головоломок решаемы и настроены согласно требуемым параметрам. Александра, хотели бы предложить еще парочку хитростей, но я думаю, мы движемся в правильном направлении. Да, ребят, извините, если я много где ошибаюсь, что-нибудь не так читаю и прочее, язык заплетается, бывает такое. Особенно это может быть с мифологией, потому что там очень мудреные названия, и я не всегда могу контролировать то, что я говорю. Так что не обижайтесь на меня сильно, я стараюсь делать все, что в моих силах. Ладненько. Ну, во-первых, мне нужно сделать вот так. Естественно, оно будет прерываться, само собой. Ау. Ау, ау. Угу. Значит, это нужно сделать как-то через другую.
Так. Точнее, не так, нет, бро. Так и так. Сейчас, конечно же, собьется, тут ничего удивительного. Сейчас опять собьется, все нормально. Но вот хватит ли мне этого времени? Хватило, дабы забрать нужную мне вещь. Вопрос состоит немножко в другом, а конкретно в том, что я не могу найти синий выключатель. Это важно, потому что, найдя синий выключатель, мы можем... В общем, мы много чего сможем. Возможно, мы сможем их как-то преобразовывать или... Естественно, через красный выключатель мы не сможем зарядить. Поэтому это, собственно, бесполезно. Входим в следующую миссию за новой деталью. Маленькие окна. Опять-таки, мы повторяемся. Отлично. О, даже больше, чем нужно, по идее. Хотя больше ли, чем нужно, я не уверен на самом деле. Так. Угу. Так провести нельзя. Кстати, что здесь написано? До этих сиглов становится все тяжелее добраться. Боюсь представить, что ждет в следующем храме. А в конце что? Вечная жизнь? Должно быть что-то еще? Да, скорее всего. Скорее всего. Кстати, вот отсюда я тоже могу нацелиться на конкретно... Почему-то он не нацелил на большее намного количество. Естественно, пересекать нельзя, и я понимаю, что вот где-то только отсюда сможем найти сопоставление. То есть, получается, это должно быть еще дальше, чем это. Впрочем, здесь их дано несколько. Давайте попробуем. Почему я вечно себя ограничиваю с помощью какой-нибудь одной, пытаясь открыть все? И это будет передавать все вот сюда. А вот это как раз-таки будет пытаться... открывать.
Угу. Чуть криво расставил. Вот теперь все верно. Но мы опять встречаемся с другой проблемой. А что если... Нет, слишком получается далеко, да? Хотя... В принципе... Нет, так не получится. А вот так, кстати, может и выйдет. Загадка была простой. По крайней мере, проще, чем предыдущая. Так. Когда я училась в 9 классе, мы с родителями поехали в Помпеи. Сначала было странно ходить по древнему городу, но потом мне вдруг стало жутко. Я поняла, что иду по настоящему городу, где жили настоящие люди, такие же, как и я. У них были родители, жизни, надежды и мечты. А теперь все это исчезло навсегда. В слезах я подбежала к отцу и рассказала ему об этом. И он сказал, я так хорошо это помню, он сказал, да. Вначале были слова. Он сказал «да». Ладно. Видимо, я случайно пропустил диалог. Простите, ребята. Я не хотел этого делать. Я просто искал возможное нахождение, место расположения звезды. Но, видимо, оказался немножко неправ. Дальше предположу, что ничего нету. Кстати, здесь, еще раз повторюсь, довольно красиво. И это последний из открытых мною миров. Слушай, давайте прочитаем еще одну записку. Я прочитал послание на стене, в котором говорилось о мире бесконечных песков. Хотел бы я так далеко забраться, чтобы посмотреть на них. Итак, нас ждет довольно простая зеленая задачка. Ну, потому что зеленые задачки обычно простые. Зеленые, желтые сложнее, красные прям, как правило, очень сложные, решаются очень многими. Теперь у меня проблема возникла. Из-за того, что я соединил криво, видите, возникла проблема. Так, опять ставим, ладно, так как было. Сказал, открываются они зелененькие легко. Ух,
Так, тут еще три записки. Ищите тех, кто поможет тебе в этом мире, и хотя только один из нас может переступить границу, все тяжести и награды будут общими для нас. Ты изменился. Все, что я сейчас делаю, я делаю ради тех, кто пойдет после меня. Занимаясь этим, я также обретаю покой внутри себя. Этот парадокс является основой моего существования. Еще одна зелененькая деталька. Заперт изнутри. Зелененькая деталька. Допустим. Теперь, чисто в теории, я смогу отсюда нацелиться на нее и вот сюда. Отлично. Теперь, чисто в теории, я смогу нацелиться и даже сюда, и сюда, кстати говоря. Далее. Упрощенное нацеливание работает просто великолепно. Ага. А вот тут вот могут возникнуть небольшие проблемы. Впрочем, это будет работать спокойно. Значит, мы можем забрать вот эту. Да, видите, как я прав. Тут все продолжает работать. Не понадобится одна здесь. И одна там. Элементарно, Ватсон. Готово. Зелененькие решаются реально просто. Очень просто, если просто подумать об этом. А вот еще и красная. Куб. Естественно, нам здесь предлагают снова решить совет, точнее дать совет. Куб у нас находится вот здесь, точнее это не куб, это так маленькая деталь пазла. Ну что ж, для начала пробуем решить по стандарту, то есть так. Возможно, сейчас нам даст еще пару деталей. И в таком случае мы сможем что-то найти. Кстати, вот здесь дается антиполя. Антиполя. С помощью этого поля мы сможем отключать вот такие места. И допустим, давая возможность. Нет, стоп. Но здесь нужно теперь ее будет таскать с собой. Иначе мы не сможем теперь пройти. Видите, не каждая задачка требует определенной сложности.
Наверное. Хотя я могу быть и не прав. Впрочем, мы не осмотрелись. Так, а ну-ка. Ой, не туда. Здесь пустота, открывающаяся вот этим. Причем таким образом. Вопрос лишь в том, как именно мне просветить лазер. Кстати говоря, изнутри же ее можно как-то... Попробую, так сказать, обыграть. Допустим. Но у нас есть еще одна. Возможно, сейчас нам дадут. Отлично. Теперь у нас их больше. Теперь одну из них мы можем спокойнейшим образом забирать и нести в самое начало. Как вы видите, иногда теперь приходится погеморроиться. Так что... Будьте разумны, мои дорогие друзья. Геморройтесь с умом. Но теперь у нас возникает еще одна проблема. Нам нужно открыть последнюю. Ха! Я обманул систему. Точнее как, я не обманул систему, собственно, я сделал правильный выбор. И таки добрался до нужного нам варианта. Готово. Итого, здесь по этой линии все. И здесь по этой линии тоже все. Неужели я решил все задачи? Видимо, что-то новое. По идее, если компьютер мигает, привет еще раз, не мог бы ты быстро заполнить небольшую анкету об удовлетворенности недавно проведенной программы сертификации? Да. На основе анализа твоего поведения, я полагаю, что ты был недоволен результатами программы сертификации. Как ты оценишь точность ее результатов от 1 до 5? Нормально.
что наилучшим образом описывает причину твоих взглядов, выявленных в результате проведения программы сертификации, что значит для тебя быть человеком. Я хочу узнать, кто я. У людей есть то, чего нет у других существ и явлений. Я постараюсь это запомнить. На самом деле, я хочу помочь тебе. Вот почему я здесь. Если позволишь, твоя проблема заключается в том, что ты не знаешь ничего о самих основах. В том числе и о том, что такое человек. Таким образом, перспективы у тебя не самые лучшие. Ты хотя бы понимаешь, где ты? Под аттракционов виртуальной реальности, лихорадочный сон, какой-то безумный эксперимент, конец света, ад, могу быть где угодно. Какой-то безумный эксперимент. А, боже мой, нет, я думаю, лучше всего нам начать с нуля. Что тебе известно? Я знаю, что 2×2=4. Я знаю, что это все нереально. Я знаю, что я существую. Я знаю, что ты существуешь. Я знаю, какой это век. Я знаю, что я не на Земле. Полагаю так. Даже если бы ты спал, ты мог бы быть в этом уверен. Будь я на твоем месте, я бы не поверил ничему в этом месте, кроме самого этого факта. Размышления. Мне кажется, что мы не приблизились к решению твоей проблемы. Возможно, нам нужно больше данных, что заставляет тебя думать, что ты человек. Я живу, я чувствую и осознаю. То же, что заставляет тебя думать также о себе. Я сейчас разговариваю с тобой. Я не знаю, каким образом мне убедить тебя. Ты можешь так говорить, но как это что-нибудь доказывает? Для меня это только слова на экране. Нам нужно понять другое, что скрывается за ними. Если за ними вообще что-то скрыто. Размышления. Проблемы людей. А если я могу высказаться столь смело, предположение является то, что внутри все мы убеждены, что вы люди. Но нет никакого твердого способа доказать это, кроме как снаружи. Я обработаю информацию и пришлю тебе уведомление, когда смогу помогать дальше. Завершение сеанса технической поддержки. Возобновление сеанса архива библиотеки. Собственно, дальше мы все документы читали. Вот такое вот общение иногда нас ждет с роботами. На этом и заканчивается глава 7. Собственно, что нас ждет дальше, пока неизвестно. Итак, на данный момент у меня не пройдено здесь 2. Здесь 1. Здесь 1. Кстати говоря, почему-то я во второй не нашел. Ладно, потом посмотрю. Здесь у меня тоже 1 не пройдена. В первой не пройдена 1 секретная глава? Серьезно? Я не нашел что-то в первой главе? Я пророчил тебе вечную жизнь. Но знай, вечности могут достичь лишь те, кто служит цели больше, чем себе. Все остальное — тлен. Так было написано в скрытых словах до начала времен.